Хуба, привет, с вами доктор Влад. Ребят, я сейчас скажу очень откровенную вещь. Вот Беларуси осталось 2 дня. И потом начнется, потому что Лукашенко просто так Тихановской власть не отдаст. Понятно, да? И с понедельника начнется отсчет в России, отсчет дней уже. Вот мы все говорили, когда это будет, когда это будет. Дни начнут считать в России. Понятно, да? Ну и во всем мире, наверное. И вот смотрите, кто успел уехать, смотрит это все по телевизору, по интернету. Ну, с другой стороны, ведь и нас это может коснуться, потому что когда Россия начнет падать, Обломков будет до черта. Ну ладно, не будем о плохом или о хорошем. Новости какие? Власти Хабаровска назвали диверсией проекта о полетах бизнес-классом. Накануне в Рио губернатор Дегтярев провел опрос среди граждан о полетах чиновников бизнес-классом. В тот же день был опубликован проект постановления, согласно которому запрет на перелеты в бизнес-классе отменяется. И власти Хабаровска назвали, Хабаровского края назвали аппаратной диверсией публикацию проекта постановления. Ну, посмотрим, ладно, диверсанты. Гинзбург отметил единственный способ облегчить состояние при коронавирусе. Это директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Он заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела. Остальные методы он охарактеризовал как мертвому припадки. Не вирус, не вакцины, ребята, не вакцины, а именно антитела, полученные в концентрированном виде от уже переболевшего, понимаете, плазма или препарат. Как пояснил ученый, вакцина работает профилактически, а антитела терапевтически. Вакцина не лечит. Вакцина только профилактикой занимается, чтобы вы не переболели, чтобы у вас образовались антитела. Вот после введения вакцины у вас должны образоваться антитела. А вот уже готовые антитела, которые можно взять только в крови переболевших, да, они действительно работают. А все остальное это так себе. Так себе. Следственный комитет установил причину смерти ребенка, захваченного в Уральском монастыре. Ну, 15-летняя девочка, да, тяжелое заболевание у нее, там глиома была и так далее. Вот, ее повезли в монастырь, потому что лечение не помогало. В результате она прожила в 3 раза дольше, чем прогнозировали медики. И вообще прогнозы по жизни. Я бы вот никогда, ну у меня врачебный опыт большой, но я бы никогда не стал прогнозировать, сколько человек проживет. Он может через час умереть, а может еще годы, как говорится, да. Но это я так отвлекся. По словам отца Сергия, в монастыре девочку часто навещал лечащий врач и так далее. Но ребята, ребята, там у нее, вот у меня дальше будет, у нее нашли какие-то повреждения на теле. Вот в чем дело. Ну, дальше я прочитаю. И вот тут Ксения Собчак сняла фильм под названием «Монастырь особого назначения». Она потребовала провести проверку по факту издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре, который она обнаружила при сборе материалов. Ведущая подчеркнула, что получила многочисленные свидетельства о том, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков. Ну вот так, ребята. Путин обратился к президенту Индии после крушения самолета. Да на варе шапка горит. Так я только скажу и все. Названы популярны у россиян породы кошек. Сегодня день кошек. Слава богу, что они об этом не знают. Они и так наглые все с хвостами. Чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам. О, я люблю вот такой кот, вот. Здоровый. Британцам, сибирским и бенгальским кошкам. Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Ну, может быть, она большая. Но мне больше нравится мейн-кунах, знаете что? Пофигизм. Вот он лежит, ну кто на него прыгнет-то, а? Размером с полтигра. Ну, лежит спокойный, не ругается, да. Как-то так. День кошек. В Беларуси
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт, созданный для альтернативного подсчета голосов на выборах. Прикиньте, что они сделали. Сайт, и ты можешь там проголосовать за кого-то, за Тихановскую или за Лукашенко. И вот они потребовали заблокировать, он может нарушить права граждан страны. Голос позиционирует себя как площадку для честного подсчета на выборах. Завтра выборы, основной день голосования. 9-го, да. Масочный режим в Иркутской области продлен до 28 августа. У моей жены сын, он работает из дома, у них продлили эту работу до Нового года, как минимум. Понятно, да? Вот так. Вот так. В Волгоградской области горит завод по производству сэндвич-панелей. У меня что-то так, чик, в башке что-то перещелкнуло. Сэндвич, ну я знаю сэндвич. Бутерброд и сверху, да, хлебушек. И, о, Водолейка пишет, я сегодня вредный. Ну хорошо, сейчас поговорим. А сэндвич-панель это что? Это берется панель, сверху колбаса, 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 потом сыр, 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 и еще одна панель. Так что ли? А зачем ему гореть? Странно. В Самаре потушили пожар, охвативший 10 домов, ребята. 1300 квадратных метров площадь возгорания. Ну, это в деревне какой-то, улица Мостовая, улица Железнодорожная. Железнодорожный район Самары. Ух ты, елы-палы. В ходе тушения пожара произошло два хлопка газовых баллонов. В результате разлета частиц образовался второй очаг пожара на расстоянии около 40 метров от первого. Из очагов было вынесено 35 баллонов с газом. Ничего, пельмени. Ну, хоть живые все. Кошмар. В Москве мигранты напали на полицейских. И что, они у них документы проверяли, посчитали, что это подделка. Ну и, в общем, завалили их, короче, да. Несколько раз их нецензурно оскорбили. Ученый предрек, что осенью болеть коронавирусом начнут сидевшие в бункере. Черт возьми. Может быть. Это неизбежно, потому что закончится отпускной период, начнется учебный год, рабочий год, и плотность населения существенно повысится. Дождемся осени, ребята. Чья статистика по смертям от коронавируса, точнее, оперштаба или Росстата? Вот есть какой-то дурацкий оперштаб, и вот он говорит, что умерло примерно 15 тысяч. А Росстат 20 тысяч. Ну, разница, да? Не на 5, не на 6, а на 5 тысяч разница. Ну, вот кто точнее? Да кто знает, в России все врут. Как носить маски в жару? Простые советы для ковидного лета. Ну и чё-чё-чё? Так, сейчас посмотрим. Правильно выбирать. Хлопчатобумажный. Ну, конечно, в шелковый. Ну, в смысле, в синтетике замучаешься. Так-так, нужно иметь пару в запасе, потому что в жару маски быстрее пропитываются влагой. Пить побольше воды. Доктор Шерас также рекомендует носить на улице головной убор, иметь при себе емкость с водой, но пить подальше от людей. Это под одеялом, что ли? И предварительно протирать руки гелем. О, жизнь, ребята. Последние дни Лукашенко. Что будет завтра? Ну, вот Варламов тоже пишет. Да. Тут, знаете, тут статья огромная, да. Ну, Варламов на ЖЖ, знаете, да. Смысл в том, что Лукашенко не воспринял Тихановскую как, ну, как соперника, что ли. Да фиг бы с ней. Ну, домохозяйка, хихихаха. Ну, и пускай попробуют, да. Они бах! И они втроем объединились. Вот там три женщины, да. Сама Светлана Тихановская, Виктория, не, Вероника Цепкало, жена эмигрировавшего Валерия Цепкало, и Мария Колесникова, экс-глава штаба арестованного Виктора Бабарика. Ну, крепкие какие девчонки, да. Они собирают огромные оппозиционные митинги по всей стране, ведут яркую кампанию и не боятся. Ребята, вы знаете, что я хочу сказать? Вот не бояться, не, ну как не бояться? Она сама говорила, что вот это вот Тихановская, говорит, я боюсь. Но, ну что будет? Вот, не зря совсем недавно, да, Лукашенко давал большое интервью Гордону, и там он говорил, вот не зря про Крым, что надо было воевать до последнего патрона, там, ну и что-то в этом роде. Вот он просто намекал, что он не отдаст власть, не отдаст. Вот нормальным выборным путем он власть не отдаст.
А вот что будет, вот посмотрим. И никаких многочасовых переговоров при захвате заложника. Сегодня полиция Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Солт-Лейк-Сити, это русские. Там русских много тоже, они его называют Соленоозерск. Солт-Лейк-Сити. Опубликовала видео ликвидации Эндрю Джейкоба Приса, который поссорился с мужчиной, а потом захватил его в заложники. Вызванный на драку с поножовщиной, наряд полиции встретил главного героя на улице и приказал Эндрю бросить нож. А он не стал бросать нож, и они его... И все. Вот так, ребята. С полицией шутить в Америке я никому не рекомендую. Вот, ну, никому, понимаете. У них прав дофига. Так, белорусский КГБ задержал сына Александра Лукашенко. Белорусский комитет госбезопасности арестовал Николая Лукашенко, сына действующего президента Республики Беларусь. Ему вменяют сразу несколько статей: попытку мятежа и незаконное участие в митингах. По данным КГБ, Лукашенко-младший при поддержке российских наемников из ЧВК «Вагнер» хотел свергнуть с должности президента своего отца Александра Лукашенко, распустить парламент, объявить досрочные свободные выборы. На них он планировал выдвинуть свою кандидатуру в президенты Беларуси. И вот как это? Публикует вот такую чушь на живом журнале. Ну, ясно, что это «Панорама» такую фигню опубликовала, и сразу републикация. Вот, и ну, над ним смеются просто-напросто. Просто с подстрижкой. Спасибо, Манфред. Это мне все комментарии идут. Просто, ну, смеются над ним, вот над этим автором, да, что вот он такую фигню, такую чушь он публикует. Конечно, ничего не было в помине. Понятно, да? Если вы найдете вот такую статью, мне, пожалуйста, ссылок не давайте. В США за сутки вывели более 58 тысяч случаев коронавируса. Дофига. Вот дофига, ребят. Ну, конечно, у нас очень много делают тестов, но все равно дофига. Это вовсе не обязательно, что они все болеют. Нет, просто выявили. Тайна гибели футбольной команды «Пахтакор» в 79 году, если кто помнит, я как раз институт закончил. Одна из самых крупных катастроф на Днепродзержинском на высоте около 8400 метров столкнулись авиалайнеры компании «Аэрофлот». Это ужас. Погибло 17 футболистов Ташкентского футбольного клуба. Там, знаете, что было? Там, оказывается, очень сложно. Во-первых, там очень много было самолетов. Держали на связи 12 самолетов, но по инструкции их должно быть не больше 10. Также совпало, что в тот день летели еще два самолета, один с высокопоставленным руководителем, который летел за рубеж, а другой с руководителем монгольских коммунистов, который летел к Брежневу в Крым. Поэтому несколько высот были попросту перекрыты. Харьковская зона как когда-то, так и сейчас является сложнейшей. Ну вот, давали команду, не расслышали, туда-сюда и столкнулись. По одной версии самолеты столкнулись лоб в лоб, по другой Челябинский борт отсек у Ташкентского хвост и стал медленно снижаться, но шансов спасти не оставалось после того, как в баках загорелось горючее. Главные виновники трагедии получили наказание диспетчера в виде тюремного заключения сроком на 15 лет, но отсидят только 6 и выйдут по амнистии. Ужасный тогда случай. И вот еще про самолеты. Просто интересно, немножко отвлекитесь. Видео. Рейс 914, как самолет из Нью-Йорка исчез в небе и приземлился 37 лет спустя. Вот хотите верить, хотите нет. В 92 году американские газеты сообщили о странном происшествии с пассажирским самолетом. Якобы он улетел в 55 году с Майами в Нью-Йорк и пропал. Еще винтовой, да? Прошло 37 лет, и аэропорт, самолет видели в аэропорту другой страны. До сих пор ведутся споры относительно данного случая. Все это похоже на мистику. Самолет DS-4 вылетел из Нью-Йорка, но так и не прилетел. Что с ним произошло, неизвестно. Ясно только, что через 37 лет его увидели в аэропорту Венесуэлы, что в 2000 километрах от Майами. В 92 году диспетчеры увидели самолет старой модели, который был уже 40 лет как снят с производства. Диспетчерам удалось связаться с пилотом, он сообщил, что ему нужно высадиться в Майами, назвал дату,
А когда пилот назвал 55-й год, все очень удивились, сообщили, что сейчас 92-й год. Пилот напугался, простоял в аэропорту чуть больше 2 минут, сообщил, что он улетает. К нему была отправлена наземная бригада, заправщики с ним хотели поговорить, спросить, не нужна ли помощь. Пилот разнервничался, начал махать папкой с документом, в итоге закрыл дверь самолета, и аппарат улетел и исчез. Ну как вот это вот как? Не знаю. Вот, в Саратове интересный случай. Опять Саратов. В Саратове нашли женщину, которая пропала еще 10 апреля. Приятненькая женщина, 40-летняя. Ленинский район. Найдена жива. Вот это да. И где ее нашли, не сообщается. О как! Ну, не хуже, чем того самолета. Число нераскрытых дел о взятках выросло в 3 раза за полгода. Да их никто не раскрывает, потому что они сами взятки дают. Чего ждет Беларусь и Россию в будущем? Геннадий Гудков, большая статья. Ну, в общем, ребята, никаких сомнений, в Беларуси начались масштабные фальсификации итогов голосования. Цифры досрочного голосования зашкаливают за все разумные пределы. Уже проголосовали, судя по сообщениям СМИ, более 33% избирателей. То есть, фактически, это вброшенные или опущенные под контролем властей бюллетени за бессрочное правление Лукашенко. Его недавние переговоры, ну, лукашенковские с Путиным, не оставляют никаких сомнений. Лукашенко готовит жесткий захват власти и масштабные репрессии против всего свободного мыслящего прогрессивного. Это еще что такое? В случае чего российский диктатор поддержит своего собрата из Минска вплоть до военного вторжения. Ну, посмотрим. Что это такое? Загрохотало у меня. Ответы на все вопросы мы начнем получать уже меньше, чем через 48 часов. В Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров Виктор Глухов. В несчастный случай, да. Упал со скалы. Да это что такое еще? Не хватало. Во, СМИ, на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы. И вот они сейчас дорасследуют это дело. При осмотре на месте происшествия на трупе обнаружены телесные повреждения, в связи с чем для определения механизма образования и давности причинения телесных повреждений, а также установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. Вот такие дела, ребята. Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов. Ну так, скромненько и со вкусом. 72 миллиона, т-т-т, 3 автостоянки, жилой дом, экскаватор и 26 квартир собственности. А сейчас уже 29 квартир. Это было еще в прошлом году, а сейчас 29. Ну, нормально, а что? Почему бы и нет? Алексей Новоселов на Твиттере. В это трудно поверить, но на 29-й день протестов в Хабаровске словно снова полная площадь народа. Да, он полный народа. Володя, даже не надейся, они не отступят. Ну, тоже Хабаровск протестует 29-й день подряд. Потому что опять много народу. Вот много-много. Тысячи, во всяком случае, много тысяч. А, вот еще плакат, да? Ну, на этом же, в Хабаровске. Проснись, народ, проснись, страна, ведь вами правит сатана. Ну, это все красиво. Они друг перед другом показывают, какие плакаты. Ну, ребята, не знаю, что из этого будет, но посмотрим. Алексей Новоселов тоже в Твиттере. К хабаровчанам вышла член Совета Федерации РФ Гришнякова. Поддержала их и поблагодарила за протест. Категорически отвергла версию Дегтярева о том, что митингами руководят из-за границы. Нифига себе. По сравнению, комментарий, по сравнению с другими членами Совета Федерации, она оказалась порядочной, что очень радует, не все так плохо. И дальше, не будем очаровываться, но шаг позитивный. Ха. И последнее с Твиттера, тетя Роза, я не удержался. С утра новость, Россия сократила свой воинский контингент в Сирии. Этому поспособствовали прицельные авиаудары ВВС США. Американские партнеры не первый раз оказывают в этом посильную помощь России.
Все, ребят, у меня на сегодня все, уже язык болит. До завтра. С вами доктор Влад.